полете нельзя сингулярность включить. Игорь, блин. Жесть. Пушистик пришел. Ангел Вольф, что ли? Так забавно. Что? Сейчас дайте я прочитаю. Играешь? А, забавно играю. Блин, я стараюсь нормально играть. Как нормальный, блин, геймер. Получается забавно, блин. Что за фигня? Я не должна забавно играть. Блин, у меня вообще очков мало. Мне надо 500. Как вы сделали? Самое обидное, что у меня уже почти было 500. Я отвлеклась. Вот почему женщинам за рулем нельзя ездить. Они, блин, отвлекаются вот так вот просто. Просто в какой-то момент подумала непонятно о чем, посмотрела не в ту сторону, все. Фейлище получается. Держись! Скорее, сингулярность. Зачем такие сложные слова придумывать? Сингулярность. Так, 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 я не вижу. Заложника нету. Вроде нет такой. Прикольная у меня способность, короче. Они начинают сами друг друга мочить, короче. Вот это круто. Горло уже не болит. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Бомбила, привет, нормально. Хорошо. Выздоравливаю, правда, меня на больничный сегодня посадили, но нормально все. Горло уже не болит. У меня не горло болело, у меня ухо болело. Нормально играешь, спасибо. Да блин, мистеринг. Я думала, ты не видел то, что произошло. Ну да, комменты прочитать решила. Ай, скорей! Ай, блин, я не успеваю. Не, не успеваю, ладно, пойду. Заложники слишком слабые. Быстро тоже. На снайперов использую сингулярность, хорошо. Раз ты геймерш, ты, значит, смотрела сериал онлайн-геймер. Нет. Получается, что я не геймер. Там вообще, блин, логика железная. Раз ты геймишь, и ты смотрела сериал. Я вообще телевизор практически не смотрю. Ну да, сериалы я еще смотрю. Еще две попытки, не больше. Если он по телеку, конечно, не шел. Еще две попытки, не больше. Да что ж, у меня так мало-то всего. 107 очков всего. Я, блин, целый час тут шупорую. Да какого? Да, эта арена действительно очень сложная. Я теперь понимаю, о чем тут чел говорил. Difficult. То есть я, блин, помимо того, что играю, я еще и английский учу. Ну уже. Да как? Откуда у вас так много берется? Фу, ужас, 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 ужас. Фильм ужасов. Макс, привет! Так. Ночи добрые. Это ночной стримчанский, да, девка?
Да, у меня, кстати, терпение до хрена. Девка, ты мужик? Да, он мужик. Когда ты не болеешь, у тебя голос еще лучше даже. Блин, да, я болею, и поэтому там чуть-чуть с голосом проблемы. Вася, посмотрю. 500, поздравляю, спасибо. Это прохождение. Я, наверное, пойду, Люсь. Давай, Борн. Я знаю, что ты нетерпеливый, что тебя бесит, когда я забиваю платину. Поэтому я на тебя не сержусь даже. Даже не сержусь. Так что иди. Только спать не ложись. Сон это для слабаков. А нам кот думает, что ты женщина. Нет, он его знает. Он его знает прекрасно вообще-то. Просто он его Вот это девкой называет так настоящее же, как и я. испытание. Кстати, было бы лучше, конечно, уже запомнить, как его зовут, а то называть парня девку тоже уже не очень, я считаю. Тем более, что никнейм на самом деле даже по-другому можно прочитать, но мы, конечно же, читаем его как девку. Кстати, намкот на самом деле намкот, а я его читаю как намкот. Какой-то кот. Непонятно. У меня получается. Заложники, да что ж такое сегодня? Блин. Неужели это никогда в жизни не Может, вам пройдет? слишком легко? Это мы исправим. Да, блин, мне слишком легко. Я прям не знаю, куда деться от этой легкоты. Нет! Тут немножко по-читерски, на самом деле, Давай время, прорыв. ну, замедляется все время, да? Что еще? Очки вообще копятся. Ну, можно такой множитель сделать, они будут очень быстро купить. Так что я, конечно, не считаю эти арены прям супер сложными. Ну, а вам, живущий в России, для чего английский нужен? Ну, он, может, мне и нужен, но я его не могу никак выучить. Нам кот шароголовый. Сейчас он придет, тебе покажет, блин, Вольф. Вы про трансов говорите, что ли? Ой, я не знаю, про что вы там говорите. О. Всё. Нахрена на паузу ставила. Неудача. Я буду еще раз пробовать. Вы что, думали, все так просто? Час ночи всего лишь. Давайте сделаем это уже. Я, конечно, могла бы по арене как-нибудь там пропустить и все так. Ну, в смысле, потом к ней вернуться. Но в этом я не вижу особого смысла. Будет так же трудно. Потом будет точно так же трудно. Сейчас будет круче. Наслаждайтесь. Еще один.
Так. Чого я сюди залізла? Следующая группа неприятная. Да тут все группы, блин, неприятные. Короче, надо множитель держать. Я думаю, это победный раз, я чувствую. Орден на 8 часов, жаль. А я буду проходить так, то что это будет дольше, чем 8 часов, потому что я буду платину там выбивать обязательно. Тебе сколько очков надо, чтобы пройти это? 500 тысяч. Русский дух не сдаваться, ага. А днём это когда? Не знаю, часа в 3, наверное. Про ордер пошутили, её цена 700 рублей с копейками за час игры. Что? Это снова я. О, привет, Рома. Погнали дальше. Всё вроде прочитал. Всем ответил, хотя вы там уже без меня общаетесь. Потому что вы видите, какая у меня жопень. Тут-тут-тут! О, всё. Так, у меня накопилась эта штучка. Надо бы её использовать. Следите веселее, мисс Уокер, иначе долго не протянете. Фух, у меня чуть ножницы не пропали. Ну что? Почему я, когда мне так нужны враги, я их, блин, не вижу? Чёрт. Чёрт, мои чёртики. Ага. Где заложник-то? А, вон он появился. Респанулся. Ой-е. Слушайте, реально победным разом пахнет. Все, ушел. Давай. Я от Вовы. Он палец утомил. Палец утомил? Это как? Его палец устал, что ли, играть? Игра стоит 4000 рублей. Час игры 700 рублей. Жестко. Не стоит она того. Ну да. Ну, уже поздно, я уже предзаказ сделал. Я спать, всем пока. Пока, бомбила. Победой пахнет, говорю. Как ты к Путину относишься? Господи, я надеюсь, это не ко мне вопрос. Потому что я, блин, про политику вообще не люблю разговаривать. Как отношусь? Все мы люди, и все мы принимаем, ну, и правильные решения, и неправильные. Я к нему отношусь так, то что очень сложно управлять большой страной, такой огромной, как наша, у которой куча проблем. И ну, я уж точно не тот человек, который может осуждать его за какие-то решения. Так что я думаю, что он, скорее всего, сидел.